Всем здарова, дорогие друзья, с вами Даваска. Я знаю, что эпоха обзоров на аккаунт уже прошла, но я не мог не показать вам этот аккаунт. Другие ютуберы вам показывают аккаунты топ-игроков, там топовых донатеров, на которых туча шмота. Но в этом видео я вам покажу аккаунт модератора игры Free Fire. Это официальный аккаунт, так что... Но других ютуберов, а вы на него обзор не найдете. Не переключайтесь, смотрите до конца. Я желаю вам приятного просмотра. Поехали. Заходим на аккаунт. Просто сейчас ждем загрузочку. Вот он, Милена Фокс. Уже встречают 2200 алмазов. И выбитый инкубатор, джекпот и новое событие. Так, давайте посмотрим вообще, что у нее есть по коллекции. Потому что коллекция — это самое вкусное, что может быть на аккаунте. Начнем с эмоций. И я думаю, что у нее есть все эмоции, которые были в игре. Но я ошибаюсь. Нету волны вот этой. Это, по-моему, было за донат. Это было тоже за донат потом в событиях. Это, по-моему, нет, этого не было. А, ну, в принципе, и все. Так, транспорт. У нас скин на тук-тук с пропуска, амфибия за донат, скин на мокс с пропуска. Честно сказать, я думал, что на транспорт будет у нее скинов больше. Но все же, переходим к оружию. Сейчас ком чуть подальше отодвину. Так, оружки, эмочки. Победитель получает все, джекпот. Достаточно много эмок, она играет с выжженной пустыни, где урон и скорострельность. Найс. Так, авапы у нас гепард, дробашей тоже 6 штук, играет с лиловым. Есть еще навсегда катаклизм, это самый ущербный дробаш, и скайлайн. Далее есть калаш дракон, в принципе, самый топовый скин. Далее юмпик у нее на скорострельность. Я хз, почему все играют с юмпиком на скорострельность, хотя на юмп нужен урон. Ладно, МП5 на скорострельность, на меткость и с пропуском. Далее на глок у нее скинов нету, на М14 у нее на скорострельность минус магазин. Самый топовый скин на М14. Наскар у нее есть с пропуска, не знаю, почему она им не играет, играет купидоном. Я очень жалею, что не выбил этот скар, очень жалею. Но она играет с купидоном. У нее также есть лиловый и водный скар. ВСС у нее розовая пандочка. Далее гроза северная, МП40 у нее много разных, она играет с последнего джекпота. Плюс скорострельность, плюс магазин. Ну, кто с чего умеет. Я играю механическим и, в принципе, рад и счастлив. Так, СКС у нее на перезарядку, есть еще на меткость. Топовый пулемет на скорострельность. Тут что у нас? На меткость. На меткость самый ущербный скин на коряк, ну ладно. Так, граник у нас титановый есть. Далее Фомас, урон, скорострельность, анимешка, скорострельность, перезарядка, еще вот этот с пропуска скин на Фомас. Далее на скорострельность XM8, много спасов, она играет на скорострельность, спасов у нас 7 штук. Пулемет на скорострельность, очень топовый, петух обычный, давайте его оденем. Нету скинов с пропуска, ой, нету скинов на скорострельности. О, у нее есть этот редкий абакан, катаклизм. Какой же он топовый, урон и меткость. Топчик. Далее, много скинов на гранату. Использует она... Это, по-моему, самая последняя граната, которая давалась за пополнение. Так, в принципе, все. На стенах скинов нету. Доска. Так, о, топовый скин на доску. Так, у нее много досок, вам это, наверное, не интересно, просто покажу, что есть. Кстати, прикольный скин. Так, 4 знака зодиака, лутбоксы, что... О, она выбила этот лутбокс, найс, какой же он топовый и классный.
Так, рюкзак. Крылья есть, розовый кролик, потом с пропуска с инкубатора. В принципе, норм так, нормально. Так, аватарчик, она у нас грандмастера брала, у нее есть... А, так это получается не навсегда это все. Я-то думал, это все навсегда. Тогда смысл идти до гранда, если вам дают даже фон Неаву не навсегда. Серьезно, на айфон не навсегда. Я разочарован, ча. Я разочаруюсь на 20 дней. Понимаю. Так, мы коллекцию мы просмотрели, переходим к персонажам. Так, у нее Моку 6-го уровня, потом Софа 6-го уровня. И все. Нету Хаята, Рафаэля и Форда. Ну ладно. Так, идем на склад Моко. Так, давайте начнем с костюмов. Мы оценим ее костюмы. Есть голубь, есть вот этот сет, красная шапочка. По-моему, это за три чертежа, если я не ошибаюсь. И за один. Айс, прикольно. Или вообще это наоборот. Я, честно сказать, уже не помню. Балерина, синий клоун, набор конфро, ангел и демон. В принципе, все. Так, а тут давайте начнем сверху. Так. Джекпот, куб. Инкубатор, тайный магаз. Джекпот, инкубатор, тайный магаз. Новое событие, пропуск. Так. Что еще? Еще один инкубатор у нее есть. Джекпот. О, прикольный верх. Так. Масочки. Масочек тоже много. Я же прав, у нее же несколько этих инкубаторов. Я же не ошибся, которые были. Так вот, первый. Или я ошибся? Так, первый. А, ну значит у нее один. Так, еще есть топовый за три чертежа набор паука. Так, это инкубатор, который сейчас. Инкубатор Белый Орел. Так, что еще, что еще? Предыдущий инкубатор. Или сколько уже прошло времени? Так, это событие было тоже типа, которое сейчас, где персонажи, но было другое. Не персонажи, а скины. Так, первый пропуск есть. Топово. Так, ну, это мы уже смотрели. Ну, не смотрели, но уже ожидаемо какие наборы. Так, техник есть. Потом с новогоднего события. Это я уже не помню. Курточка Моко. Это инкубатор. Темно-синий верх. Не помню откуда. Столько скинов, много многих добавили. Это, по-моему... А, это где нужно было к эту играть в игру. О, а это что такое? А об этом мы расскажем. Об этом я вам расскажу чуть позже. Смотрите до конца. Так, с карнавала. Так, ну дальше уже все пошло так, такое себе. Да. Штанишки. Штанишки уже ожидаемо многое. Так, давайте просто перейдем вниз. Я лично ищу штаны техник. Они у нее есть. Так, ну, аккаунт реально сочный. И не каждый донатер похвастается такой коллекцией, как эта девушка модер группы ФФ. Так. И дальше пошли штаны, кроссы. Ну, на кроссах останавливаться не будем, просто вам быстренько все пролистаю, но лично я ищу кроссы техника, женские. Неужели у нее их нет? Нету, ну ладно. Так, наборы уже я вам показывал. Давайте посмотрим, что у нее есть на мужика. Так, какой у нее прокачанный Мигель. Набор Мигелей есть, это уже радует. Так, сколько же у нее шмота? Ля, пацаны, идея есть. Набираем 1500 лайков под этим видео, и я собираю сеты на этом аккаунте.
Поэтому лайк под видео, комментарий «хочу сеты» и сделаем сеты. Так, мне интересно, есть ли зомби-самураи, хотя что я спрашиваю, наверное, есть. Есть же зомби-самураи? Зомби-самураи нету. Понимаю. Так, но зато есть маска Джокера. Ну и вообще Джокер. Так. Вверх. Вверх у нас много всего. Пропуска, там все такое. Еще я заметил, что она не копит набор. У нее все, что есть, все на складе. Тут все открыто. Так, карнавальский. Такой прикольный сетик. Так, тоже открыто все. Ну, дальше пошло уже... Такой себе. Штаны. Так, чё по штанам? В принципе, всё стандартно. Как у каждого донатера очень много штанов. Так, ну и по кроссам давайте рассмотрим, что у нас вообще есть. Так, так, так. Так, всё, понятно. Файт, брат, сори. Так, набор есть. Полководец династии. И, собственно, зачем мы тут все собрались? Вы, наверное, спросите. Вот она, модератор игры. Возможно, у нее есть какие-то прикольные вещи, которых ни у кого нет. Вы правы. И давайте сейчас я вам их покажу. Куртка, которая почему-то не скрывает броник. Очень странно. Так, далее штаны и кроссы. Кроссы, по-моему, они одни. Даются ко всем наборам. Вот такой сет. Этого нету ни у кого. Есть вот только у модераторов. Это топовый сет. Очень редкий, очень красивый. Можно сказать, почему она не играет в этом сете, я не знаю. Потому что ее бы было видно на поле боя, что она вот такая крутая. Еще есть шорты. И, по-моему, еще... Какая-то курточка, футболка есть, которая тоже не скрывает броник. Давайте посмотрим все то же самое, но на девушку. Так, заходим. Давай сверху пойдем. Так, 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 так. Ля, вижу только вот эту куртку, по-моему, больше и нету. Так, по штанам что у нее? Где вообще штаны? Не эти, во, вот эти штаны. А, понятно, почему она не играет, потому что она играет только женским персом, а на женщину это, ну, так себе смотрится. Вот такие два эксклюзивных сета есть, даже три. Два на мужика и один на девушку. Вот такие сеты эксклюзивнейшие есть на этом аккаунте. С вас 1500 лайков, я собираю сеты на этом аккаунте. Всем счастья, здоровья, всем удачи, всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Вы лучшие, люблю вас, респект вам. Все, давайте. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока. Ты поставил лайк? Поставил? Не поставил? Ты что, не пойму? Мне встать? Вот то-то же. Не ставит, представляешь? Нет, я сейчас могу встать.